Почти 500 лет после смерти его тело сохраняет температуру 36,6 градусов. Кровавый туман в Москве. Окаменела с иконой в руках и простояла 128 дней. Святая вода хранилась 1300 лет. Случаи, когда благодатный огонь не хотел сходить. Ангелы, снятые на камеру. Араб воскрес после того, как его расчленили. Почему из иконы течет кровь? Почему иконы на стекле отображаются? Город Святой Крест, освобождение заложников. Монахи по воздуху ушли в облако. Уходя под воду, взмолилась: «Боженька, помоги». Лилии распустились на иконе. Захват школы. Змеи приползают на праздник в храм. Огненное кольцо вокруг храма. Все это на новом канале «Чудеса православия».